한국 문학 번역원에서 이렇게 초대해 주셔서 대단히 감사합니다. 저는 한국말 늦게 배워가지고 그래서 제가 한국말 약해서 좀 제가 러시아 말로 말씀드리겠습니다. Ну, я хотел бы сказать, что в целом история корейцев Советского Союза и теперь уже история корейцев бывшего Советского Союза представляется как история драматическая и для меня лично, как человека, пишущего, и как история очень странная. И я сейчас пытаюсь разобраться в целом об истории вот именно наших корейцев. Ну, в России к нам нас называют кореоин, вот в Китае чосонин, это все понятно. И история корейцев России тянется глубоко, значит, 150 лет назад. Первые эмигранты из Кореи прибыли в Приморье, в том числе и мои предки тоже прибыли из Кореи в Россию. Они были рыбаками, и в районе Владивостока, в заливе Петра Великого, они организовали рыболовецкую артель из числа русских и из числа корейских переселенцев. Чем же занимались наши корейцы, переехавшие в Россию? Это в основном были земледельцы. Строители, мастеровые, но были из них и янбане тоже. И, в общем-то, чем на период до 1937 года в Русском Приморье было свыше 100 корейских деревень. Был корейский институт педагогический. И был корейский театр. Насколько я знаю, это один из старейших корейских театров в мире. Он образовался в 1933 году. И в то же время в Дальнем Востоке издавались несколько газет на корейском языке. Почему вопрос возникает, вопрос, ну, часто задают мне вопросы, почему корейцы, сравнительно хорошо развивались и свободно учились на своем языке, на корейском. Это имело огромное
важное значение в время правления царя Александра II. Он прочитал донесение губернатора Приморского края и издал указ, который имел примерно такое содержание. Ввиду того, что корейцы очень трудолюбивы и по характеру очень покладисты, незлобивы, я разрешаю им селиться свободно на территории Русского Приморья и принять российское подданство, давать российское подданство тем, кто этого пожелает. Вот. В 1937 году по приказу Сталина все корейцы были выселены в Среднюю Азию и Казахстан. Вроде бы наши предки, привыкли уже к новой земле, и тут уже вынуждены опять разлучиться. Так, опять тут возникает тема разлуки. И на тот момент корейцев насчитывало 180 тысяч человек. И оказались корейцы в Средней Азии и в Казахстане. В Средней Азии и Казахстане они трудились, тоже занимались земледелием. И освоили много земель заброшенных, и показали себя замечательными хозяйственниками. Когда разрушился советский, когда в 1991 году разрушился Советский Союз, опять корейцы испытали разлуку. То есть, когда эти среднеазиатские республики и другие республики обрели самостоятельность и стали изучать свой язык, корейцы вынуждены были опять уезжать. Стали уезжать в Россию. Многие вернулись в российское Приморье, то есть вернулись туда, где наши предки впервые ступили на землю от России. Сейчас неспокойно в бывших республиках. Была война в Таджикистане, и сейчас война идет на Украине. И наши корейцы, проживающие там, вынуждены опять уезжать, и многие приезжают в Корею. Приезжают в Корею на заработки в основном. И у них самая главная проблема – это незнание корейского языка. И для меня огромный вопрос, значит, и обеспокоенность от того, что как же будет дальше развиваться корейская диаспора в этих
республиках, в этих странах. По поводу России я не особо волнуюсь, потому что в России проживает 140 национальностей, и среди них мы, корейцы, достойно трудимся, и мы на хорошем счету. Ну, такая вот проблема корейской диаспоры нашей. Ну, а сейчас я немножко хотел бы рассказать о своей профессии. Я занимаюсь литературой и живописью. Ну, в живописи я написал около 2000 картин, а по литературе немножко скромнее, я написал 9 книг. Я считаю, что это одно искусство, но способ выражения разный. Ну, в три премии были мои произведения отмечены в России. И мне всегда, я уже езжу на протяжении 30 лет в Корею. И у меня всегда возникал вопрос, как живут, как, о чем пишут корейские писатели, о чем их произведения. И чтобы переводить с корейского на русский, надо хотя бы знать немного корейский язык. Я 40 лет стал изучать корейский язык. Первый перевод мой на русский язык был рассказ Ким Йон Мана «Ночной бродяга». Затем сборник стихов Син Дон Чун «Я в реку вешнюю ступила». Я очень благодарен Институту перевода за гранты, предоставленные, и благодаря которым я перевел роман Имунюля «Сын человека». Роман Юн Хумёна «Любовь Дунь Хуани». Первый и второй тома романа «Земля» Пак Кёнг Ри. Я хотел бы немножко подробнее остановиться на романе «Земля» Пак Кёнг Ри. Первый том, он вышел в 2016 году в Москве. И второй том, я сейчас его редактирую, и он выйдет, скорее всего, летом этого года в Москве. Это, представьте себе, что центр Вселенной именно сосредоточился в маленькой деревушке Пхансори среди гор. Вот действие происходит именно в этой деревне. И в этой деревне разгораются поистине человеческие страсти. Я считаю, что роман «Земля» Пак Кёнг Ри – это поистине летопись корейского народа.
Особенно среди читателей России, особенно среди писателей, очень полюбили они первый том романа «Земля». И они сейчас с нетерпением ждут выхода второго тома. Почему немножко застопорился у меня второй том выход? Потому что я ведь работаю по подсрочнику, а подсрочник, очень важно делать подсрочник, когда человек знает прекрасно Пьонсандо Сатори, и вот эти все сложности, эти нюансы нужно передать. Я думаю, все сложности будут преодолены, и летом книга выйдет в Москве. Амаду тега сивана чоком тома манк. Ибани мачи крым тиком мачи гесмнида. Камсамнида. Е. 선생님 잘 들었습니다. 준비하신 발제문하고 약간 다르게 새롭게 작성을 하셔가지고 지금 그 러시아 지역에서의 우리 한인 문학의 현실에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 아주 그 새로운 현상, 새로운 또 하나의 이산이 지금 발생하고 있는 것 같습니다. 지금 고려인 뭐 7세, 8세 이렇게 세대가 바뀌었는데 아까도 말씀하셨지만은 지금 카자흐스탄이나 우즈베키스탄, 타지키스탄 이런 중앙아시아 5개국에서는 모든 교과서가 그 나라 말로 환원되고 있습니다. 그 중앙아시아 5개국은 그 나라 말을 지켜내기 위한 말하자면 하나의 그 언어적 민족 운동으로서의 자기 언어를 러시아어에서부터 자기 언어로 되찾는 과정이지만은 거기에 정착해서 살고 있는 우리 고려인들은 자기가 체득한 이주해가지고 체득했던 그 러시아어로서는 도저히 그 새로운 체제에서는 살기가 힘들기 때문에 또다시 이주를 합니다. 그리고 러시아어가 적어도 그쪽 유라시아 쪽에서는 상위 개념의 지배 언어이기 때문에 자기 자식들까지 카자흐스탄이나 우즈베키스탄어를 가르쳐서 거기서 남아서 정착해서 살기를 원하지 않기 때문에 러시아어를 쓸 수 있는 러시아 땅으로 다시 회귀하고 있는 그런 이상한 현상이 벌어지고 있습니다. 그래서 옛날에는 카자흐스탄 알마타 이런 데가 하나의 그 우리 고려인들이 사는 중심지였는데 그 중심이 급격히 무너지고 있고 그런 생존과도 거의 맞물려 있습니다. 그런 현실 속에서 선생님이 한국에 와서 또 제주도를 중심으로 해서 헬렌의 시간 이런 것 그런 소재를 가지고서 한국적인 한국 청년을 주인공을 한 소설을 썼다는 것은 바로 그런 현상의 역작용이라고도 생각을 할 수 있습니다. 사실상 아무도 고려인 7세 8세들이 우즈베크 말을 쓰고 우즈베크가 중앙아시아에서 낙후된 경제적으로 낙후하기 때문에 그 지역에서 살기를 원하지 아무도 원하지 않습니다. 그래서 선생님이 소재를 찾아서 이동을 한다면은 그것은 다시 모국일 거라는 그런 생각도 듭니다. 그 중앙아시아 5개국은 또 스스로 경제적으로는 차이가 많이 나기 때문에 타지키스탄은 굉장히 그 빈곤한 국가고 그 다음에 우즈베키스탄, 그 다음에 카자흐스탄 뭐 이런 식으로 경제력이 좋아지는데 이런 안에서 그 중앙아시아 내부에서의 디아스포라도 있고. 그다음에 그 지역을 떠날 수밖에 없는 언어적 문제도 있고 그런 현상들을 선생님이 그 지금 현재 존재 자체로서 저희들한테 보여주고 있는 거나 마찬가지라고 생각합니다. 예. 선생님 말씀 잘 들었습니다. 예. 혹시 선생님한테 질문이 있으시면 예, 제가 질문 하나 드리고 싶은데요.
아까 헬리네 시간에서 한, 그 선생님께서 이례적으로 한국인이 주인공이고 한국을 배경으로 한 그 소설을 쓰셨어요. 그래서 선생님이 생각하시기에 한국 작가가 러시아나 중앙아시아에 갔을 때 가서 그 고려인이 등장하는 소설을 쓴다면 어떤 내용을 담기 바라시는지 궁금하고, 또 하나는 이제 지금의 아까 고려인 7세, 8세 한 20, 30대 되겠죠. 20, 30대, 뭐 40대 초반 이런 그 고려인 후손들은 지금 최대 관심사가 무엇이고 또 그들이 이제 하는 문학에는 어떤 내용이 담기고 있는지가 궁금합니다. Я думаю, что у каждого писателя это в душе у каждого писателя это познавать мир, мир посредством путешествия, посредством общения с другими людьми. И эта потребность возникает написать на тему другую, практически другую жизнь, другой стране. Это сложно, это очень сложно, и просто надо, поэтому надо там долго время прожить. И если это его затронет, какая-то история, он, конечно, непременно это сделает, непременно напишет эту историю. Что касается меня, почему я написал этот роман на корейскую тему? Я давно хотел писать, но не хватало мне не хватало опыта общения с людьми, опыт, еще я не знал достаточно хорошо корейскую культуру, быт, природу. Родилась идея написания уже после того, как я посетил остров Чеджудо, жил среди как смотрел я, как выращивают плантации это мандаринов. Но я это делал не для того, чтобы писать что-то роман, а делал это, где было интересно. И когда уже я вернулся уже в Сеул, по прошествии уже некоторого времени я познакомился с одним человеком интересным, которому я сдал на ремонт свой компьютер, сломавшийся. Мы с ним часто общались, обедали, и он рассказал, что он несколько лет провел в Африке. И в то время я просто был интересно, как он жил в чужой стране. И я спрашивал его, а идея написания уже возникла уже гораздо позже. Ведь идея написания, вообще идея любого произведения, она витает в воздухе. Просто его вот нужно схватить и воплотить. Ну, я, наверное, ответил на ваш вопрос. Кроме, 만약에 제가 중앙아시아에 가서 그랬다면 어느 나라를 추천해 주시겠어요? Да, это хороший вопрос. Но я думаю, что специально поехать для того, чтобы написать, я думаю, этого не стоит. Просто надо
поехать куда вы захотите поехать. А посыл, идея возникновения, написание вам уже подскажет уже тот или иной случай. Вы можете поехать в Казахстан, а приехав в Корею, вы можете написать роман не о Казахстане, например, а об Узбекистане. Вы в Казахстане были 10 раз, а в Узбекистане были всего один раз. Но вы написали именно в Узбекистане, где были всего один раз. Ну, это все зависит от случая.